Новые приключения итальянцев в России. Хотел посмотреть на страну, а посмотрел на систему правосудия, причем со скамьи подсудимых. Гражданин Италии, сотрудник Еврокомиссии Джузеппе Поззи, прибыл в Москву в конце июня и отправился путешествовать по городам России. Он хотел повторить маршрут известного французского писателя Доминика Фернандеса. В августе, когда он прибыл в Нижний Новгород, Нижегородская миграционная служба проявила бдительность и выяснилось, что виза итальянца не туристическая. За нарушение визового режима итальянца и доставили в суд. Установлено, что гражданин Республики Италия нарушил правила въезда в Российскую Федерацию. Признаете ли вы вину? Нет. Нет. Поззи Джузеппе въехал в Российскую Федерацию по визе. Визе деловая. После чего начал осуществлять туристическую деятельность. Но он мог перемещаться. Единственное, что вот с этими туристическими агентствами должен был заключен договор ранее. И уже при въезде в Российскую Федерацию должна была быть указана цель поездки как туристическая. Решил, что данный вид въезда в Российскую Федерацию, цель поездки, позволит ему заниматься туризмом. К сожалению, это не так. Федеральная миграционная служба просила суд выдворить иностранного гражданина за пределы Российской Федерации, поскольку считает данное нарушение грубейшим. Суд постановил Поззи Джузеппе признать виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в доход государства в сумме 2000 рублей без административного выдворения за пределы Российской Федерации. Суд частично удовлетворил требования Федеральной миграционной службы. Все, что касается обжалования, это вопрос не ко мне, это уже юридический отдел. Кстати, Джузеппе Поззи уже завтра улетает из России, хотя первоначально он планировал путешествовать до сентября. Принимающая страна, которая организовывала путешествие итальянца по России, все произошедшее объясняет ошибкой, причем самой миграционной службы, и недопониманием, которое возникло при первоначальном оформлении визита.